Здравствуйте, друзья! Сегодня я задумала сделать эвкалипт своими руками. Ну вот что-то наподобие этого. Только вот цвет мне не очень нравится. Этот более такой мятный, а мне бы хотелось более зеленый. Итак, как его сделать? Распечатала из интернета вот такие выкройки. Добавила еще два размера. Вырезала из картона. А потом перенесла на вот такой тонкий зеленый фоамиран. И вот что у меня получилось. Вот такие выкроечки. Вот такая приятная веточка получилась. Если нужно, ее можно куда-то так слегка. Сочетается тоже с разными цветами. Тоже можно в свадебные букеты, интерьерные букеты. Даже мини-веточки можно использовать в брошах и бутоньерках. Надеюсь, вам понравился этот короткий мастер-класс. Очень ценю вас и буду стараться дальше делиться чем-то интересным. До новых встреч! Пока!